11 школьников из Чувашии одержали победу в первой олимпиаде кружкового движения национальной технической инициативы. Заявки на участие в соревнованиях подали школьники из 84 регионов России. В первом туре они выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Чувашская республика вошла в топ-10 регионов по количеству победителей. Школьники-финалисты состязались по 5 направлениям, связанным с развитием технологий будущего. Победители-семиклассники смогут попасть в финал олимпиады кружкового движения НТИ, пройдя всего один отборочный этап. Победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Всех победителей пригласят на форум «Россия – страна возможностей» в 2020 году.